В руках телефон с включенной камерой, в кармане записная книжка. Каждый рабочий день Ирины Заводской начинается с обхода своего участка. Он включает в себя весь Октябрьский район, часть Ленинского, Железнодорожного, Промышленного и Советского районов. Женщина работает электромонтером по надзору за линиями электропередач. От результатов ее осмотра и фиксации зависит работоспособность освещения в районах города. В мои обязанности входит надзор за трассами кабельных линий. То есть мы смотрим, какие есть нарушения на наших сетях. Например, если разбит фонарь, там нужно покрасить, например, саму опору. Все эти нарушения заносятся в журнал. Потом эти нарушения исправляются нашими монтерами. Работа несложная, признается Ирина, но ответственная и подвижная. Некоторые трудности возникают летом. Жаркая пора – не только время проверок и обходов, но и начало строительного сезона. Летом у нас много таких работ по строительству. То есть летом напряжение работы, я бы сказала даже. Потому что мы еще занимаемся строительством, много строим новых сетей. Приходится выезжать, измерять, рисуются схемы. То есть летом напряжение, я бы сказала, работа. В зимнее время года тоже много нюансов. Без традиционной праздничной иллюминации не будет новогодней атмосферы. Поэтому, как и где наряжать дорожные столбы, куда лучше повесить ту или иную гирлянду и красивый плафон, приходится продумывать заранее. Мы должны все выполнить в срок, так сказать, в кратчайшие сроки. То есть, например, там, к праздникам подготовиться, или устранить какие-то нарушения. И все это должно быть в кратчайшие сроки сделано, чтобы у нас красивый был город. За заслуги перед городом, честную и ответственную службу в преддверии профессионального праздника Дня работника ЖКХ Ирину представили к награде главы города. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.